Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и я хочу попробовать, ой, с вами сделать. Купила, короче, вот такие вот штучки, вот такие вот губы. Не смотрите, что они огромные. Это татуаж для губ, такой временный, переводнушки, такие татуировочки. У меня еще такие серебряные, но я решила сделать вот эти. Прикол, да? Или вот так. Улыбаюсь. Вот, я решила сделать эти, потому что будет видно лучше. Короче, здесь с другой стороны идет вот такая вот штука. Мы должны обрезать по ней. Я не знаю, по ней мы будем обрезать прям или нет. Короче, нам нужно, чтобы было все по нашим губам. Я приготовила вот уже водичку с губкой здесь. Давайте попробуем для начала обрезать. Но мне кажется, у меня больше губы, чем вот здесь вот. Короче, я сделаю больше. Ну, как бы я не буду прям по ней обрезать. Я обрежу побольше чуть-чуть. Захвачу. Надо еще, блин, вырезать, чтобы было. Мой мальчик спит. И что-то просыпается, снится сон ему. Страшный, может, какой-нибудь. Ну, котенок. Так, вот так я, короче, это обрежу. Одно обрезала вот так, смотрите. Ну и буду прикладывать, короче, вот так. Губа. Прикол. Вот, я не знаю, может быть, с верхней вообще начать. А, зубы-то надо убрать по-любому. Я их вырезаю по форме губ своих. В общем, в итоге я обрезала, короче, по моим... По тому, как здесь было. Давайте попробуем. Короче, я снимаю вот эту пленочку. Мамочки, уйди, пленочка. Приклеиваю на верхнюю губку. Сделаем верхнюю сначала. Так. Вот так. Приклеила. Теперь водичкой. Что получится интересненько. Все, можно отклеивать, отходит уже. Капусики, да? Короче, это можно все скорректировать. Благо, она немножечко двигается. Вот. Можно было оставить, видите, побольше именно сюда. То есть вот здесь корректируем ровненько, да, а здесь оставляем. Потом еще что собрать. Теперь нижнюю надрезаю. На ошибках учится, и вот я эту сделала уже так, видите, здесь по краю, по контуру, а здесь оставила немножечко. Теперь мы отлепляем пленочку. Ой, а что это за фигня? Короче, я вообще криво обрезала, да? Красота, да? Вот эти черные штуки вообще не должны быть. Но это только я могу так сделать, да. Так, скорее младшим. Как придумается люди. Хоть что и хоть халей. Да, ма? Короче. Вот приклеилась вторая. Я чуть неровно сделала, обрезала. Черных штучек не должно быть. В целом тема неплохая. Мне даже нравится что-то. Но это так, опять же, для фотосессии, для чего-то. В общем, у меня есть еще серебряненькие губки, но я не буду их сегодня делать. Фишка в чем, понятно, да? Я вот хочу серебряненькие оставить, когда буду макияж какой-нибудь такой делать. Зимний, знаете, зимний макияж. Я там буду вся такая, короче, как снежинка, как снежная королева. Ну, короче, вот такие штуки я заказывала на AliExpress.
Вот. И я оставлю ссылки внизу. Они стоят вообще копейки, но вот поприкалываться что-то можно. Там есть разные цвета. Ну вот такие вот дела. Все, короче, понравилось видео, ставьте лайк. Не, ну полезно, согласитесь. Как минимум, если вам не нравится, то не покупать такие штуки. Полезно же? Полезно. Ставьте лайк. Вот. Кто не подписан, кто первый раз смотрит это видео, подписывайтесь на канал, потому что я все время делаю что-то интересненькое, новенькое. Мои подписчики не соврут. Это так и есть. И пишите в комментариях, кто пробовал такие штуки тоже. Может быть, у кого-то были. Вот. Ну и все, я с вами прощаюсь, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Ссылки на эти штуки внизу.